там гетсом, уважаемые зрители, и мы продолжаем Duke Nukem 3D и загружаем наш, да, наш сохранение. Flood Zone, зона наводнения или зона флуда. Мы подобрали синюю карту и теперь надо бы найти, где она нужна будет. Так, здесь были какие-то, кажись, у нас окно, в которое можно было заплыть и... А вот оно, да? Здесь нужна желтая, судя по всему. Дюк, да, Yellow SS карт нужен, где же синюю искать? Простите, еще по оружию у нас RPG-шник есть, уменьшитель, девастатор, фризер. Фризер хорошо под водой работает, можно из него поработать или из девастатора, не знаю. Пока что шотган, тут еще дверь, здесь нужна какая? Синяя, отлично. RPG-шник, ого, там толпа, засандалил, еще раз засандалил, давай дробовик. Наверное, надо поэкономить пули. Ух, как попал по нам пришелец, смотрите, и сразу же... Залетел, всплыл наверх. Проверить, чтобы там еще что-то было. Еще там и куча целая. Туда бы граната пошла, на самом деле. Там вылупились уже пришельцы. Давай по дверям сюда взрыв. Хорошо, пошел. Еще один был, да? Девчина еще там. На, придется стрелять по ней. РПГ заканчивается, потому что патроны. Так, еще отправляю из РПГшника. Надо туда будет нырять, ребята. Сейчас это очень опасно, потому что ХП нету. По девчине тоже придется стрельнуть. И гранату еще туда отправляю. Еще одна туда летит. Вот туда, вот так. Вот тут еще двое молодых людей. Сейчас плохо, недолет небольшой. Еще одну отправляю. Сразу же экшен дичайше начинается. Туда надо, дюк, засандалить гранату. Вот сейчас хорошо пошло. Из РПГ еще туда. Что нас убило? Не знаю. Рестарт левел, конечно же. Прыгаю. Ну, тут сразу понятно, что надо РПГ готовить. Где эта дверь была? Вот здесь где-то. Заминировать бы тут все. Не-не-не, минировать еще не надо. Давай из РПГшника таки будем работать. Открываю дверь. Отправляю. Полетело. Полетело. Не допустить, чтобы они всплывали. О, хорошо пошло, кажись. По яйцам сюда сразу. Ну, по тем, из которых они вылупляются зеленые. Что нас убило? А, нас дверью, наверное, раздавило. Вот так вот. Сюда еще засандалит. Появляются сразу же новые. Не, дверь, смотрите, не закрывается. Очень странно. Расстрелял весь РПГ. Угу. Такое ощущение, что сверху еще кто-то. Заканчивается, кстати, у нас водное дыхание. Может быть опасно. Дверь почему-то не хочет открываться. Что такое? Открылась теперь. А, стоит за, прямо за дверью стоит Октобрейн. И он не позволяет нам... Именно он ее закрыл. Да, вот он. Противный, мерзкий, богомерзкий пришелец. На, получи сюда из дробовика. Готов. Ныряем, желтая карта забрал. И маткит полный забираю. Заканчивается у нас дыхание. Ребята, выныривай, дюк, быстро. Хорошо. Еще противники появились, слышал я. Здесь можно взлететь, нельзя. Где появились? Вот там где-то. Был выстрел, кажись. Вот они, на, получи сюда. Есть пистолет. Есть пистолет, стреляю из пистолета. Этот готов, второй плывет. Второй тоже готов. Оба мертвы, патроны для пистолета выдать попрошу. Джетпак есть, взлетаю сюда, забрал, хорошо. И надо сохраниться. Аллея Cat Lounge. Кошечки предоставляют лаунж отдых хороший. Здесь еще надо все проверить. Вот плохо, что нет у нас акваланга. Мы сильно теперь, ребята, будет опасно. Сильно будет опасно нырять. Вторая карта, мы желтую подобрали, вроде бы да, сейчас я проверю этот момент. Желтая, хорошо. Будем скрывать теперь вот эти двери. Наводнение, открываю дверь, лестницу вижу, выныриваю. Опять заныриваю и захожу, надо заходить чем-то более чем серьезным. Здесь можно будет вынырнуть, пистолет давай приготовим. Здесь у нас что здесь, спуск вниз, противник. Тут же выныриваю, гранату туда ему. Или из автомата давай. Вношу, внес, выдохнул, хорошо. А гранату надо действительно приготовить. Еще один из девастатора. Вроде завалил, не завалил. Выныриваю, потому что опасно, можем задохнуться. Надо гранату действительно приготовить. Или заморозить его просто. Он быстро будет морозиться. Он был мертвый уже, вот он. На, получи, он пробил по нам. Маткит использую, заморозил вот этого, разбил. Второго стреляю, выныриваю. Потому что дыхание... Вот боюсь очень сильно в старых шутерах задохнуться под водой. Поэтому будем очень часто выныривать, ребята. А может быть здесь где-то будет акваланг на верхнем этаже. Я вижу, во-первых, аптечку. У меня тоже желтая карточка. Здесь дверь уже открыта. Это выход.
На поверхность на начало уровня. Значит, нам надо будет занырывать точно вниз. Atomic Health вижу, подождите, сейчас нужно. Jetpack сколько? 13%. Ну, дюк, давай. Вот так, хорошо. Atomic Health берешь. Стало очень хорошо. Перелетел сюда. Все, все эти уровни оказываются взаимосвязаны. Но вот нету у нас подводного дыхания. Нужно будет очень быстро и решительно действовать. Сюда заплыл. Господи, как я испугался. Из автомата добить. На, получи. Сейчас будет, сейчас будем задыхаться. Выныривать. Еще не видно ничего на самом деле. Там еще один как минимум есть. Пип-бомбу приготовить. Сюда куда-то бросаю. Взрываю. Пошел урон по ним, потому что они закричали. Еще одну пип-бомбу готовлю. Свет не вижу, чтобы включался. Но свет не должен включаться в таком помещении. Еще куча гранат. Еще один противник. Взрываю его. Еще одну гранату туда им. Застрял дюк. Взрываю еще гранату. Сейчас было... Не, было эффективно. Давай посмотрим, что по оружию. Пистолет. Дробовик нет. РПГшник весь расстрелял. Можно их уменьшать. Не знаю, работает ли оно под водой. Девастатор и мины и заморозка. Заморозки нету. Опять у нас проблема с оружием. Гранатами придется. Придется работать гранатами. И они еще и не выманиваются. Голодюка вижу. У нас, кстати, есть. Они все выманились. Бросаю гранату. Взрываю. Пошло. Вторую бросаю. Всплываю. 127 хп. Я не успеваю просто. Взрываю. Опять дюк где-то застрял. Надо вынырнуть, ребята. Сори. Но очень боюсь задохнуться в этом подводном мире. Действительно, наводнение. Давай тут сразу откроем, посмотрим. Здесь можно выплыть. Очевидно. Хорошо теперь стало. Акулы-убийцы появились. Пистолет достать. Кто-то пробил по нам. Акулы-убийцы повсплывали. Сейчас надо их всех уничтожить. И нормально будет. Акула-убийца не стреляет, ничего страшного, он не может противопоставить. Ногой на, получи. Всплывай, дюк, потому что можно задохнуться. Легкую очередь по акулам-убийцам провел. Патронов нету. Что есть? С ноги ее придется бить. Девастатор есть. Две ракеты и акула-убийца готова. Тут патроны для пистолета. Хорошо. И там еще один... Еще двое противников, как минимум. Надо, чтобы они всплыли как-то вот так. Дюк, очень неудобно. Девастатор их разрывает просто на куски. Вижу красную карту. Краем глаза. Погружаюсь, беру карту. Выныриваю. Хорошо. 102 хп. Мы потратили уже практически весь. Патроны для дробовика. Сюда засандали. Голодюк так и не использован. И бомбы вот эти мины хорошо подобрал. Еще раз всплываю. Очень не хватает. Вот уже задыхаемся. А это старый шутер. Здесь здоровье не восстанавливается, когда персонаж ныряет. Так, еще раз. Супер погружение. Ну, дюк просто действительно серьезнейший аквалангист. А подобрали следующую карту, которая была уже нужна наверху. Пока не найду акваланг, не хочу там сильно, ребята, лазить. Здесь мы были. Но нужно все-таки все проверить. А здесь везде были. Просто это открылась дверь. Хорошо, часы. Здесь out of order. Здесь лифт, конечно же, не сработает. Стероиды, дюк, не-не-не, не то, что нужно. Выныриваю. Хорошо. Как вынырнуть теперь грамотно, чтобы мы могли подняться? Через желтую дверь, конечно же, вот так. И вот здесь мы поднимаемся, да, вот сюда. Хорошо. А синяя карточка нужна была вот там. А как ты туда, дюк, пройдешь, если у тебя нету джетпака? Но джетпак еще есть. Использую его вот сюда. А если бы его у тебя не было, то ты бы просто туда прошел. И что здесь может нас ждать, непонятно. У нас здесь гранаты и уменьшитель. Ну давай уменьшителем работать. То, что нужно, потому что много противников. Этого раздавил. Этот присел. Очень их много. Стреляю. Стреляю. Хорошо. Раз, два, три. Троих раздавил. Этого еще выстрелить. Промахнулся. Промахнулся еще раз. Сейчас было попадение. Раздавить. Патроны в дробовике 10 штук. Hard Head Array. Вот это я боюсь, что взорвется. Так, как-то Brain еще. На, получи. На, получи еще. Промахиваюсь. Этот готов. Следующий здесь. Может их тоже уменьшать. Тут пип-бомбу давайте приготовим. Вот так вот пошло. Еще одна полетела на куски.
вот этому вот туда. Не добросил дюк небольшой, не доброс пошел. Ну давай с пистолета добьем. Магазин разрядил целый, этого не хватило. Что еще можно? Еще пип-бомбу, ну попробуй. Не получается. А можно ее подобрать? Можно. Еще один сверху. Бросок чемпиона. Не получилось совершить, но хорошо, ты его хотя бы... вот так хорошо. Аптечку вижу на 10 хп. Ну туда точно надо сандалить. Ну давай вот так из девастатора. О, пошло, хорошо. Подбираю патроны для девастатора и еще для чего-то. Отпрыгиваю. Можно тут подорвать? Непонятно. Ну, я пробую еще тут понажимать везде. Ага, секретик, хорошо. Еще сюда прыжок, узкие помещения, еще один. Октобрейн. Девастатор их всех разупрекает просто. Да-да-да, Дюк, ты прав, определенно. Он что-то не хочет убиваться. Здесь что будет? Атомик Хелс вижу. Здесь как раз заход в эту канализацию. Отлично, сейчас надо будет еще нырнуть. Тут нырнуть нельзя. В водопаде будет секрет? Непонятно. А наверху водопада нет. Ну, вроде бы проходим пока что. Пока что проходим. Сохранись. Вот так, хорошо. Уровни даст. Теперь будет очень трудно. Патроны для девастатора здесь надо пролетать. Атомик Хелл, чтобы забрать. И нам надо погружаться. Падать в колодец. С чем будешь падать, Дюк? Шотган 9 патронов. 50 в автомате. Ну, допустим. В воду упадешь или что? В воду упал. Вынырнул. Конец уровня. Турель. Уничтожена. И проверить, что внизу. Внизу колодец. Одна аптечка. И все. И ничего больше нету. Уровень завершен. Сейчас будет громко, ребята. Па-па, все уничтожить. Смотрим статистику. 102 их завалили, секретов нашли один, пропустили 4 секрета. Ну, уровень водный. Следующий рулетка Лос-Анджелеса. Как-то так можно перевести. Сразу дюк можно погрузиться. Нельзя. Свинокоп стреляет аккуратно. Пробил он нам каким образом? Или тут кто-то пробил? Непонятно. Так, пистолет, все готово. Здесь проверить, чтобы снизу никого не было. Опять вернулись мы в город, ребята. Ага, здесь сразу нападение готовится. Сейчас мы не туда. Гранату. Второму, на тебе туда. Ну, кажись, не добил. Пистолет нет патронов, дробовик есть. Патроны на получи и на получи. Хорошо, сейчас зашло. Ого, много противников. Кто-то стреляет из дробовика по нам и пробивает. Я не видел где, надо все вот здесь нашел. На тебе сюда, мерзкий мутант. Этот готов. Есть джетпак, я не спешу им пользоваться, потому что здесь небоскребы. Яка девчина там гарна. Есть РПГ? Есть, полетела. Девчина, блондиночка, извини, но нужно. На Дебби Харри похоже немного. Вокалистка группы Блонди. Так. Да, что-то ракеты не очень эффективные. Вот так вот эффективно было. Господи, что она делает? Это просто реклама американская. Вижу еще двух свиней. Отправляю ракету. Дюк, ты прав, действительно. Ракеты что-то сегодня плохо летят. Один свин упал. На, получи из дробовика. Вижу броню свина завалил. Проверяй, подожди, Дюк, крыши. Странная игра, мне в сталкер, но крыши проверяем. Здесь чисто, чисто. Еще один упал. Ага, на, получи, мы за угол. Завалили. Еще один был или нет? Или разбился при падении? Непонятно. Можно запрыгнуть? Можно. Что-то взрывается. Это Дебби Харри кто-то посмел подорвать. Кто посмел? Наш пострел везде поспел. Здесь спуск по улице вниз. Куча свиней. Гранату приготовить. Ребята, подарунчик небольшой. И здесь они появляются. Нате вам сюда. Не хватило этого. Еще одна граната. Вот сейчас на куски просто их разуплотнило. Этого добил. Броню что, не надо нам подбирать? Не надо, Дюк, фуловая броня. Такое ощущение, что кто-то телепортируется. Тут нужна карта, мы нигде не спешим, ребята. Нигде не треба поспешать. А здесь нельзя запрыгнуть, джетпак 3%. Фризер забрал хотя бы. Туда хочется залететь. Но мы туда, наверное, каким-то образом сможем попасть. Джетпак 2%, я попробую отсюда. Боюсь, что смог. Паровозик, который смог. Куча боезапаса. Взрывы какие-то. Кто-то стреляет из ракетомета, а это сверху прилетел противник. Приготовить более серьезный ствол. Я спрыгнул, это плохо. Потому что мы не весь боезапас забрали. Он где-то сверху летает, и сейчас там еще медкит был нужный нам. Ну ладно, тогда будем терпеть, а потом медкит, наверное, каким-то образом сможем подобрать. Из девастатора
отправил. Мало этого, ему не хватает, посмотрите. Но последние две ракеты его на куски разорвало. 1% в джетпаке пытаюсь, не хватает этого. Дюк еще и накоцался, упал. Ладно, хорошо. Голливуд? Мы в самом Голливуде находимся. Ну, наверное, да, здесь будет очень круто. Мина готова, здесь задний вход. Бэкдормен. Здесь будет секрет какой-то, не знаю. Who wants some? Деньги лежат, наверное, здесь была девочка. Backdoor Woman, а патроны к шотгану получили. Туда можно засандалить сразу, темные помещения, противники вижу, стреляю, этот готов, проверить все. Еще сзади нападение, серьезнейшее, пробили нас сильно, на, получи себе сюда. С перестрелкой из-за стойки конторы, уже была перестрелка из-за барной стойки, это перестрелка за конторкой такой. Дюк, сохранись. Так, сзади никто не нападет, это тоже надо все чекать. Там патроны остались, нужные нам. Сверху видим какое-то здание. Давай я туда отправлю. Так и вот так. Не знаю, было ли это эффективно, но надеюсь, кому-то стало тепло. Вижу карточку, взрываю все просто. Помещения офисные. Свин там тусуется. Это, наверное, заместитель директора этих всех помещений. Чертик лежит, смотрите. Какая-то отсылка, наверное. Свин засел, я промахнулся, а свин готов. Аптечка. Это стероиды, это не то, что нужно. А, у нас еще есть медкит. Неплохо. Давайте осмотрим на предмет секретов. Не, вроде бы все чисто. Темно очень. Темно. А это что такое? Непонятно. Чертик, это отсылка к чему-то, наверное. Аж подлагнуло у меня при этом свете. Конечно, не такое динамическое освещение, как в современных игрухах, но тоже заставляет. Используя аптечку, свин попытался присесть. Так, запрыгиваю, еще два свина. Медкит есть, и еще один там был примечен. Это хорошо, я использую сразу один. По свину стреляю, у нас карточка есть, свин готов. Кам дед сам карточку использовать, открыть дверь. Это выход на улицу, кстати. Хм, вот там еще медкит вижу. Зачем это было, если мы... А мы подобрали одну карту, я не знаю. К Дебби Харри хочется подняться. Только одну карту мы подобрали. Тогда нам же нужно сюда зайти еще. Здесь... А, здесь еще двери. И шахта лифта, судя по всему. Да, это действительно лифт. Подожди, Дюк, надо посерьезнее пушку приготовить. Вдруг на лифте кто-то засядет. Долго очень лифт идет. А ну-ка, мы готовы, никого нету. Но мы, наверное, как поднимемся, ой-ой-ой, там будет. Так что я сохранюсь и готов вылетать. Надеюсь, что где-то здесь они будут. Так, открыть дверь, чисто. Двое противников, элементарно все. Один такой тут по нам трель прострелила, наплевать. Один телепортируется. И в шахту лифта сзади заходит. Хорошо, в шахте лифта будет что-то? Не знаю, но я слышу, ребята. Сверху или снизу, не знаю, но я слышу, это вот эти, которые хихикают, это, по-моему, вот эти ракетометчики как раз. Да, вот там противник, есть пистолет, дострелить до туда, есть, там их трое. Пистолет очень дальний, но не всегда он попадает кучно, но нормально, кажись, зашло. Патроны для пистолета, Дебби Харри уже все поближе. Что, можно посмотреть краешком глаза? А, зацензурировали, ой-ой-ой. Ого, толпа, здравствуйте. Ракета прилетела. Сверху, да, вот он прилетает. На тебя, получи. Прыжок. 4 выстрела из дробовика нужно. Этот телепортируется. Там еще свинокоп летает. Телепортируется куда? Ну, мне казалось, что за спину должен, наверное. Мина еще летит. Приготовить РПГ не очень будет эффективно. Ну, давай. Опять он начинает свои танцы, мансы. Там еще противник. Туда из РПГ хочется. На тебе сюда. Хорошо зашло. Туда отправляю. Надеюсь, что кому-то похорошело. Дебби Харри, подожди. Сейчас мы приблизимся к тебе. Сюда в окно отправить еще раз. Почему они не погибают? Возможно, за укрытием они находятся. Но можно тогда из пистолета поработать. Здесь еще один будет стрелять по нам? Не знаю. Я стреляю по нему. И вот этого застрелить еще. Перестрелки в окнах. Этот готов здесь подпрыгнуть. Вот так, вижу свина там еще одного. Интересно, он попадет из шотгана? Угу. Кто-то стреляет по нам. Аккуратно сейчас, Дюк.
крутой уровень очень, небоскрёбы такие. Здесь еще один, на тебе сюда из шотгана. Тут, наверное, можно перепрыгнуть, джетпака нету, к сожалению. Jetpack not found yet, вот это очень плохо. Здесь еще один, на тебе туда. А чем бы тебе туда засандалить? С девастатора. Так вот, на куски просто. Есть хп, мы можем сюда попытаться запрыгнуть. Фух, ну это будет прыжок веры, конечно же. Во-первых, еще непонятно, куда нам в принципе идти. Я здесь вижу мину. Девастатор, видите, как мукучно стреляет. Она уже наагрилась на нас. Здесь свин. Но он не так, так не кучно стреляет из-за 2D. Она идет на нас, я готовлю хедшота. Только девастатор и остался. В принципе, еще не надо нам забирать тот медкит, потому что у нас вот этот полный. Там много боезапасов, конечно. И здесь Atomic Health. Дюк, сможешь запрыгнуть на Atomic Health? Большие сомнения у меня есть. Давай проверим еще раз. Здесь больше ничего нету. Стены. Не, все чисто. Зачем мы сюда пришли? Здесь еще противник. Вряд ли мы сюда пришли, чтобы прыгать. Карточки я там не вижу. Здесь патроны только вижу и все. Ну, я попытаюсь прыгнуть. Наверное, надо, да, к Дебби Харри пытаться. Я боюсь, что Дюк, ты не допрыгнешь. Прыгаю. Дюк допрыгнул. Дебби Харри наша. Так, сюда запрыгнул, сюда запрыгнул. Хорошо. О, хорошо. Это не коцает красная? Нет. Дебби Харри можно? Что-то здесь сделать нельзя. Ну, прыжок был эффективный, допустим. Ну, давай-то теперь туда. Вот так, коцаешься немного, Дюк. Ну, ничего страшного. Теперь проходим все. Ага, здесь еще нападение приготовилось. Ну, ничего, сейчас мы его возьмем. Из девастатора попытаемся. Плохо работает девастатор. Мне не нравится, как он реализован здесь. Он очень некучно стреляет. Здесь этот застрял. Его можно отстрелить и... Один все-таки по нам пробил, второй уже готовится. На, получи. Промахиваюсь, готов. Тут куча аптечек. Хорошо, а медкит нам не нужен на самом деле, потому что еще противники выскакивают. Посмотрите, какое количество их везде. Третий эпизод уже очень сильно доставляет. Нам надо будет туда прыгать. Сначала вот этого надо застрелить. Еще один. Готов. Еще один. Готов. Еще кто-то стреляет по нам, не вижу где. Но точно была стрельба, может снизу где-то. Неудобно немножко ориентироваться в 2.5D. Наверх все еще не можем заскочить. Слышу свина, может где-то здесь снизу. Вижу все. Я еще при этом, ребята, боюсь упасть вниз просто, потому что опять придется весь этот путь преодолевать. Дюк, ну надо тут прыжок совершать более чем серьезный. Еще кто-то по нам прострелил, кто посмел. Сзади, сверху появились. Хм, я думал, территория с Дебби Харри зачищена. Но нет, нет, так нет. Хорошо, Дюк, давай мы тут приготовимся к прыжку. Не допрыгиваю. Опять я спустился вниз. Ну, допустим, я подберу патроны, появляются еще противники, добью мелочевку, заберу шотган вот здесь в шоте. Здесь патроны для шотгана, там где мы выпрыгнули. Возвращаться стоит на места былой славы. Еще противники как минимум есть. Всю карту пробежим, посмотрим, может тут еще что-то появилось. Взрывы, аптечка здесь была, подождите. Лифт опять поднять. Задавило нас лифтом, вот это было неприятно. Что, прыжок с Дебби Харри. Хорошо, Дюк, пошел. Теперь можно по экшонисти будет сыграть. Сюда прыжок, сюда, вон сам, сюда. Вот так всех застрелить и сохраняться чаще. Тут стреляю по мине. Трачу весь боезапас просто на нее. Какая она плотная. Давай из пистолета. Не-не-не, надо как-то ее подпускать поближе или что. Бросил гранату, неэффективно. Из дробовика эффективно, в упор. Из дробовика очень эффективно. Патроны подбираю. Ага, противник телепортируется, когда мы... что-то подбираем. Это классика. Классика жанра. Давай автомат. Этого застрелил. Внизу свина застрелил. Этого застрелил. Хорошо. Еще кто-то стрелял. Здесь помню. Один будет. Застрелил. Этого застрелил. Второй там где Дебби Харри. Я помню. На, получи. Так. Аптечечка. Все. Ну сейчас получше прошло. Сохранится.
И мы упали в прошлый раз. Ну, я вот не знаю. У меня почему-то чувство, что дюк сюда просто не допрыгнет. Не допрыгнет. Здесь еще патроны. Еще раз пытаюсь. Допрыгнул каким-то чудом. Но это очень серьезный был прыжок. Но он нам, в принципе, сильно ничего не дал. Мы можем сюда пройти. Еще кто-то стреляет. Я не взял специальную аптечку. Еще свин появился. На тебе еще с ноги. Не добил сразу. За каждый предмет появляется противник. Надо все осматривать. Еще два свина. Хорошо. Всех застрелить. Патроны. Немного непонятно, куда идти. Дюк, что скажешь? Полный медкит. Я хочу его сохранить на конец уровня. В Дебби Харри, может, ты что-то пропустил. Там еще противник. Дюк, ну сейчас мы сюда тогда попробуем перепрыгнуть. Вот таким вот образом забрать вот эти патроны. Противник наверху. Только не говорите, что надо было туда в окно прыгать. А так и есть. И вот это еще появляется. Я только отсюда увидел вот это окно. Ага, ну я вроде бы тут... Нет, я его видел, я туда запускал ракету. Ну, не знаю, лучше или хуже получилось. Лифт вызываю, сохраняю, чтобы нас не раздавило на этот раз. Прыжковый уровень очень. Шахта лифта. Здесь я так и знал, я слышал, потому что я отправил туда гранату. Этого не хватило, очевидно, молодому человеку. Есть пистолет? Нет, шотган есть. На тебе сюда. Так и знал. Он, кстати, какую-то ругань, по-моему, говорит. Девастатор от него остается. Значит, он вооружен девастатором. Поднимаемся на лифте. Хорошо. Game saved. Сейчас опять придется прыгать. Мистер Нюкен. Выходим сюда. Еще раз проверить противников на наличие. Нам в то здание как-то нужно. Вот здесь окно. Ну, я не знаю, засиганешь ли ты туда. 2,5D просто оно все такое. Ребята... Как бы вам объяснить, да вы сами видите, квадратненькая немножко, да, Дюк сюда запрыгивает. Врываемся в офисы. Чистка, уборка офисов, сзади ракета прилетела, посмотрите, как круто реализована шутерная составляющая, и сзади кто-то постоянно появляется, где ты там? Не вижу его, он матюки говорит какие-то. Да где ж ты там? А вон он сверху, на тебе сюда. Ракету запустил, попал по нам, 4 выстрела из дробовика, 5 надо. Попал ракетой по нам, используя аптечку. Так, кто-то пончики кушал в офисах, ну как всегда. Голодюк, можно использовать фонтанчик попить. Свинокоп, на, получи, мистер. И распишись, получение урона. Come get some. Здесь еще сержант. Еще один молодой человек подсветил нам секретик. Турель. Этот умер от кровотечения. Еще одного я видел. Летающего, плохо стреляю сейчас, надо приготовить что-то посерьезнее. А, гранату давай ему туда. Не хочет к нам залетать на огонек. Бросаю гранату, сейчас пошло ему. Он себя сам подорвал. И еще одну гранату, come get сам. Дюк говорит, что хочет пинка ему дать. Промахнулся я по турели, на, получи. РПГшник забираю, кто-то появится, красная карта. Здесь что? Картина. Здесь секрет нам подсветили. Патроны для девастатора. Хорошо. Закрыть секрет, сохраниться. Карта США. Смотрите, они прямо здесь свое нападение готовятся. Западное побережье. Не допустите этого. Здесь мы всех уже перестреляли. И теперь на соседней крыше появляются молодые люди. Следы от пули остаются. Дебби Харри подмигивает. Здесь еще противник. Есть РПГшник какой-то. Девастатор есть. Вот так, вот так. Сильный разброс у девастатора, но урон неплохой. Не сильно, не шибко эффективно. А тут появился, не запылился. Отправляю. Хорошо, здесь есть аптечка. Джетпак наконец-то мы подбираем. И в шкафу патроны для РПГ. Еще слышу, кто-то летает. Здесь похоже на секрет. Видите, как будто здесь кто-то появится. Давай в столе проверим кнопку. Сломаем вот так. И кнопка действительно присутствует. Так и есть. Это бар, это мини-бар. И в этом мини-баре надо использовать красную карту, ребята. Вы, ну и куском там было видно. Дюк по себе засандалил случайно. Так, этого добить. Ага, come get some. Этот готов, там в окне мне показалось, кто-то не чисто. Здесь что? Здесь тоже чисто. Туда можно вернуться на предмет патронов. Открыть мини-бар, достать шотган.
Если не найти эту кнопку, уровень просто не пройти. Что-то мы открыли, попытаемся здесь везде понажимать. Непонятно, что мы открыли. Дюк, непонятно еще пока что. А тут телепортер еще. Господи, сохранись. Есть патроны в автомате? Есть. Это конец уровня. Вертолет. Тут Дюк будет сейчас высаживаться на вертолете, десант совершать. Нет, я не хочу еще. Я хочу доэксплорить уровень. Мы еще не всех там завалили. Есть джетпак, теперь можно пролететь на самом деле, подбирать патроны, добить остатки проклятых элионов, использовать медпак, потому что второй мы сможем получить. Еще один, на тебе сюда. Там еще один, летает, тут надо из пистолета работать. Они попадают, патроны к пистолету вылетят вниз. Этот, смотрите, за угол скрылся. Угу. Слышны просто звуки джетпаков. Вон сам. Еще взлетаю, опускаюсь аккуратно, чтобы не нести лишний урон. Вот так, здесь взлетаю, опускаюсь. Подбираю все патроны к пистолету. Здесь аптечечка, аптечечка. Здесь взлетаем, вроде бы что-то было. Патроны к автомату полные. Хорошо, здесь, здесь. Все чисто. Опять взлетаю, опускаюсь на самый низ, Дюк, потому что должны патроны к пистолету были еще попадать. А шотган как? Шотган пустой, вот это плохо. Хорошо. Но уровень пройден. А, медкит не забрал, самое главное. Не забудь про самое главное. Дебби Харри, придется с тобой попрощаться, но не волнуйся. Дюк Нюкем, когда завалит всех пришельцев, он обязательно вернется. А я медкит подобрал уже, вот это я дал. Конечно. Ну да ладно. Что поделаешь. А медкит это у нас сколько осталось? 100%. Все, я подобрал, все четко. Все четенько. И всех пришельцев завалил. Медкит работает? Не-не-не. Но я слышу, как будто еще кто-то летает. Ну да ладно, Дюк, пора уже и честь знать на самом деле. В зале не курить. Следующий уровень. Так, рулетку сыграли. 86, всех завалили. Один секрет нашли, два пропустили. Что там дальше? Movie set. Настройка фильма. Вертолет падает. Дюк серьезно дискредитировался. Тут сразу будет нужна... тут темно. Куча противников. Выносим всех. Вот этого выносим еще с ноги. Карточка сразу. Уровни становятся более чем прямолинейные. Туда не пройти. Подожди, когда это было проблемой. Это все-таки проблема. Снеки. Телефоны молчат. Кока-кола не дают напиться. Живительной водицы за кассой, за стойкой кассы. Билетеры, очевидно. Сейчас мы им туда из РПГ. На тебе туда. Хорошо, пошло. Стрелочка говорит, что нам надо сюда. Лунный апокалипсис. В главной роли Дюк Нюкем. Представляет компания 3D Realms. Вот эти молодые люди приготовят более серьезный ствол. Свин вылез на нас, убил. Угу. Здесь еще не залутано все. Давайте сделаем так. Потому что я прожал... должен был следующий уровень. Давайте закончим на этом серию. В следующем уровне уже увидимся. Ребята, серия будет посвящена Дебби Харри. А я за кадром вот это все сделаю. Вот этот прогресс весь. Вот. Полетов на джетпаке. Как-то так. Эпизод действительно трудный. Много противников, много взрывов. И погибаем в основном от взрывов каких-то рандомных, которые случаются. Вот, но ничего, круто достаточно. Вот. Чувство такое, что подбираемся уже скоро к финалу эпизода. Увидимся, до свидания, come get some.